Путин недавно сказал, что вступление Украины, ну и Грузии, в НАТО – это угроза для России. А вступление Украины в НАТО – это угроза для Белоруссии? Это угроза? Ну, я так не расцениваю. Я Путину об этом уже говорил и вам скажу. Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружение, как вы их там называете грубо, нацики. Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то. У каждого есть свои понятия, но вы знаете, вот эти радикальные национальные силы в Украине, вот это для вас будет страшнее, чем НАТО. Вы со мной не согласны? Я подумаю. А вы, вот, я хотел сказать, вы подумайте. Я просто... Это опасная вещь, я об Украине очень много думаю. Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО. Но это безопасности нам не добавит. Не нам, а тем более России. Но хуже будет вот это. Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было, ну, хотя бы после распада Советского Союза. Украина для нас, ну, он не союзник в таком понимании, но у нас очень добрые отношения, близкие отношения с Украиной. Мы много доброго сделали для Украины, будем делать. Продолжаем делать и готовы самую серьезную роль сыграть в конфликте Украины с Россией, вот потому сейчас. Что наши братья...